угощений у нас нет с вами, да? А вы знаете, вы продавайте морковку на входе. Ну, вы знаете, привезли вот недавно огромную эту, целую телегу моркови. Вот, все разошлось, да? Очень много, да, все разошлось. Вот они ждут. Ребята, мы бы возьмем. Лошадки у нас, конечно же, не кусаются, но они ждут угощения, поэтому могут прихватить. Mm-hmm. А вообще лошадок кормят с открытой ладонью. Да. С открытой ладони они берут. Сейчас, может быть, ребята оставили нас, или сахарок, или все сразу голову не смели, смотри. Конечно. Зачем же отгрызать? У меня ничего нет. Мне жеребянок. Жеребянок? Какая огромная голова, смотрите. Я впервые в жизни как вблизи лошади. Ни хлеба нет. Смотрите. Баранки нельзя ей. Я бы ей дал. Да, надо сушки выбрать. Да, крупненько. Так, я вот здесь вот ставлю непосредственной дальности от твоей мордочки. Лопушок. Лопушки они любят. До конца мы не дойдем. Так, конечно. Здесь их у нас кто очень стоит много. На краю, тому больше всего идет. Смотрите, да. Ладошка. Это у нас соболь. Соболь? Нет. Лошадки, конечно, не кусаются, но они бывают друг с другом. Да, смотри, как зубами. Знаете, табуне, смотри, как зубами. Есть своя иерархия. У них, а знаете, кто предводитель табуна? Как вы думаете, кто предводитель? Вообще, предводитель табуна – кобыла. Кобыла. То есть не жеребец, а кобыла. Авторитетная кобыла, которую другие лошадки уважают, и она здесь всех строит. И у них такая иерархия, то есть если кобыла ниже рангом, она ни за что первым не подойдет, допустим, к сену. Вот они гуляют когда, и они друг друга воспитывают, ставят на место, учат. То есть у них все очень четко. Да. Я вам хотела рассказать про то, как называют лошадок. Вы знаете, вот, допустим, бусинка. Первая буква мамы и первая буква папы обязательно должны присутствовать в имени ребенка. Видите, у нее мама Барбика, папа Сюрприз. 2016 год рождения и порода терская кобыла. Бусинка есть буква Б и буква С. Не знаю. Вы же похожи слева, а справа слева. Да. Ну, бывает их еще и дневниками иногда путают. А вот это вот у нас малыш, которому всего от роду, ему сейчас скажу, 9 дней. Да. Вот он уже встал у нас на ножки, молодец. Ну, он сразу встал при родах на ножки. И когда рождается же ребенок, самое главное, чтобы он встал. Иногда бывает сама лошадка, помогает. Вот.
Америка. Потом была следующая девочка Барби. И вот так вот, как это сложилось? Мы даже не знаем. Ну, там удобно. Да, бабу, да, потом. Да, и мы наших отдыхающих иногда просим, чтобы они придумали. Ну, допустим, а вы знаете, сколько они ходят в древность, так сказать? У них очень большая, нет, они почти год не Я вам уже давал, моя хорошая. Сейчас я дойду до самой моей благодарной слушаницы, цельницы, которой головой кивают. Мама хорошая. Вот здесь уже расстроилась, что еще не понятно. Да. Ой, на-ка. На-ка. Сейчас тебя покормят, покормят. На. И тебе. Да, да, кушай, кушай. На, Катюш. Держи, держи. Не зря высовывала голову, молодец. Она вот немножко, видите, уши жмет, то есть что-то обычно лошадка, если жмет уши, то что-то ей не нравится. Но бывает, конечно, это характер такая. То есть она не жмет уши, когда хотят о чем-то предупредить. Вот бывает иногда одна лошадка другой не нравится. Подходит к ней близко, еще что-то. Она сначала жмет уши. Следующий момент. Ты мой красавец. Отойди. Жеребеночек. Жеребеночек у тебя, да? Да, жеребеночек. Красавец. Ты моя красавец. И ты красавец. Все. Все, у меня тут кончилось. Ну, во-первых, крупнее, да. Во-вторых, видите, здесь немножко повыше. Просто Денис. Немножко, он вроде не настолько, что-то. Ну, ты красивый. Можно я на твоего жеребеночка посмотрю? Немножко. Вон, такой красивый у тебя. Коричневый жеребеночек. Коричневый. Красивый. Я думаю, лицо знакомое. Да, я Таня, мама. Я сейчас приехала с Ларисой. Ясно. Вот сегодня полчаса, столько людей пришли, и как начали руки в клетки совать, мне Татьяна Васильевна...